До концерта группы «Олес» осталось несколько часов, и мы решили взять интервью у участников легендарной группы, которые сегодня зажгут на сцене теплохода «Алакул». Здравствуйте! Привет. Как подготовка прошла? Ну, подготовка как? Мы только вот приехали сейчас из Икуль. Это самая любимая тема. Хорошо, что это проходит здесь, именно на теплоходе, тем более. Вот. Ну, что-то отплывает без знака. Ну, ощущение полное, конечно, да, позитивное. Сама подготовка долго шла к концерту? Привычно, как обычно. Любой концерт, даже самый короткий, он требует определенных усилий. Да. В районе месяца мы на это потратили. Это наша работа, это наша жизнь. Мы к этому относимся просто как к рабочему процессу репетиционному. Да. Да, это же у нас впервые, да, вот то, что наши певцы, наша эстрада концерт дает на теплоходе. Каково это быть первооткрывателем, так сказать? Сегодня увидим. Сегодня, да, точно мы это все заметим. Нужно пережить это, да? А какие хиты мы услышим от группы сегодня? Фактически все хиты, которые есть, были с конца 80-х по начало 2000-х, посередине 2000-х. Да. Вот, все споем сегодня. Ну вот уже потихоньку начинает люди приходить, начинают фотографироваться возле баннеров, пить пухло, если можно так сказать. А скоро вот-вот должен прибыть теплоход, на котором начнется концерт нашей любимой легендарной группы. Оставайтесь с нами. Вы пришли на концерт группы «Олес», да? Здрасте, здрасте. Меня зовут Алтыша, это Лимон Кейджи. И мы сейчас спрашиваем у поклонников творчества группы «Олес», какую песню они очень любят. В ресторанах слушали, и мы, поклонники его, очень большие. Организатора мы наконец-то нашли. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Адик Шакенов. Адик, расскажите, пожалуйста, как прошла организация концерта? Очень много проделано работы. Мероприятие проходит на Иссык-Куле, то есть по логистике. Но очень много сил ушло. И надеюсь, сегодня наши гости оценят это и отдохнут по максимуму. А сколько стоил билет на концерт? Ну, у нас мероприятие лакжери уровня, поэтому у нас билеты стоили от 3 до 5 тысяч сомов. Мероприятие лухари уровня, да? Лухари, да. Вот смотрите, а вот если кто-то из присутствующих начнет дебоширить, мы будем выбрасывать их за борт? Безусловно. Это уже мы прописывали, когда продавали билеты. Так что есть возможность также поплавать сегодня. Да. Будут ли еще такие аналогичные концерты? Следующий сезон будет просто сногсшибательный, бомбический. Все, мы ждем следующего сезона концерта группы «Олес». Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. I won't be dream to be real, I need a feeling. If I wish I'm gonna start, all this time will last forever. Нашли штурвал корабля нашего теплохода. Сейчас мы пойдем поговорим с капитаном. Не открывается. Мы нашли капитана теплохода. Нашли? Да, нашла я вас. Нашла я здесь вас. Капитан теплохода «Алакул». Как вас зовут, Аки? Табалдиев Курбат Акишевич. Табалдиев Курбат Акишевич. Вы же «Титаник» фильм видели? Видели. Такого не будет? Не дай бог. Все, Рафан Баке. Никогда не потеряю я тебя. Навсегда, ты навсегда внутри меня. Для тебя я поднимусь на небо.
группа «Элес» подошел к концу. Мы уже собираемся по домам. В общем, очень классно прошло все, мне очень все понравилось. Супер. Так классно, ностальгия по детству. Я на видео снимаю. Это видео. Привет! Привет! Snoop Dogg and D.I. Прогуливались, встретили Джоли. Hello, Джоли. Día, assalamu alaikum. Día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Друзья, меня зовут Джоли. Очень приятно. Gracias, Джоли.